Наверное, далеко не каждый из этих ребят станет профессиональным художником или артистом. Но если они не научатся понимать язык искусства, они обеднят себя. И жизнь может съежиться до тропинки между домом и работой. Сегодня в Татарии, как и повсюду, много художественных, музыкальных, хореографических училищ, школ, студий. Они счастливые, наши дети. Со школьных лет распахивается перед ними большой мир, полный движения, звуков, красок, мир большой жизни. И уходят в него ребята, открыв свои сердца красоте и добру.